здесь же были, правильно, фотографии? Ну, мало лагерная. Ну, да, да. Здесь большой, на большую поедем. Смотрите, что-то на фотографии, это видео. Оно даже не показало, где это снято. Это просто вот сняли, снимали землю. Ну, смотрите, вот у нас насколько это типичная сейчас ситуация, Александр Петрович? Раньше, в обычное время, здесь такая же обстановка или нет? На мой взгляд, что эта ситуация связана со штормом, который пошел где-то. Александр Петрович, я не спрашиваю, какие причины. Я спрашиваю, она нормальная ситуация, так всегда? Или здесь все-таки у нас больше? Потому что мы видим, что вот пляж, есть, очевидно, остатки животных. Ну, я не считаю это типичным, потому что, в общем-то, я здесь не видел именно морских ежей выброшенных. Ну, то есть, в принципе, это у нас явно некоторая ненормальная ситуация, то есть, дополнительно большее количество животных. Какие анализы были, что они показывают? Еще анализов нет, то есть, срок исследования где-то 7 дней. А кто делает это? Наша лаборатория или где? Это делает СЛАТИ у нас. Почему так долго делают? Ну, такие методики я не могу сказать. А какие? Но с этим нужно разбираться, потому что, ну, конечно, у нас нет результаты через 7 дней, мы как можем оперативные решения принять? Вообще это безобразие. Слушайте, я за час подняла всю Российскую Академию Наук на ноги. Вы не можете сделать элементарный забор проб. Это что для этого почему нужно? Мы делаем? Ну, если вы с поверхности берете, что вы хотите просто на поверхности исследовать? Вы же Росприроднадзор. Зачем же вы тогда надзираете? В итоге дату можете сказать, когда у нас будут анализы хотя бы первые? Ну, где-то, наверное, числа 8 будет. И 8 так я не вас пойдет. Умоляю. Надо, чтобы завтра у нас были. Вы сейчас свяжитесь с техническими специалистами, потому что нам нужно, чтобы самое крайнее завтра утром у нас были результаты.